Сегодня мы чтим память иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Этот предел в честь нее. Поэтому у нас сегодня очередной престольный праздник. И я считаю, что не зря нас Господь вразумил организовать предел в честь именно этой иконы Божией Матери. Потому что сейчас мир озлобился, и не только мир, каждый из нас озлобился. Потому что мы стали все гордые, самолюбивые, упрямые, строптивые, настырные. Короче, свое «я» на первом месте. А тут выбор такой. Или я, или другие. Если я люблю себя, я не люблю других. Если не люблю других, то тогда я буду злой, раздражительный, обидчивый, все остальное. И поэтому мы все хотим, чтобы наши, ну не буду там уже говорить враги, хотя бы те, кто нам какое-то зло делал, как-то нам жизнь портит, как-то нам что-то мешает, мы все хотим, чтобы они стали добрыми. И Божья Матерь молим об этом, чтобы они стали хорошими. А молимся ли мы, чтобы она нас вразумила, нам быть хорошими, чтобы нам свою гордыню одолеть, чтобы нам не злиться, не обижаться, не раздражаться. Потому что чем у меня больше гордыни, чем больше самолюбия, чем больше я себя люблю, тем я больше обижаюсь, раздражаюсь, злюсь и все остальное. Поэтому, прежде чем обращаться к Божьей Матери, чтобы от других зло усмирило, давайте просить ее, чтобы она помогла нам усмирить наше зло. Но и Бог, и Пресвятая Богородица, и святые угодники помогают не тем, кто просит. Когда мне приходит батюшка, кому помолиться? Я говорю, да хоть обмолись, не поможет. Бог помогает не тем, кто просит, а тем, кто хоть что-то делает и просит. Да, тем Бог сильно помогает. То хоть немножко как-то борется, и у Бога просит помощи. Да, Бог сильно помогает. А когда я бороться не хочу, напрягаться не хочу, Господи, ты там сделай за меня мою работу, Господи, сделай, чтобы на меня не злился, не обижался. То есть я буду в семье там, или на работе, или в каком-то другом коллективе, буду упрямый, своевольный, свою волю диктовать, считать себя самым умным. А ты, Господи, сделай, чтобы они на меня не обижались. Это нормально, это ненормально. То есть я буду жить как бес, подобной чистой силе, а Господи, сделай, чтобы вокруг меня все были ангелы. Да ничего подобного. Если хочу, чтобы вокруг меня были все ангелы подобными, сам стань ангелом подобным. Сам начни бороться с своим самолюбием, с гордыней. Ведь у святых людей, вокруг них плохих людей не было. Да, к ним приходили грешники всякие. Но они ни в ком плохого не видели. Они видели все в каждом хорошее. Потому что они понимали и видели бочку меда, а ложку дегтя игнорировали, потому что понимали, что это отходы. Понимали, что это как вот заноза, когда попадет инородное тело в организм, гной идет, борется с занозой. Так и наши грехи, наши характеры – это занозы дьявольские. Поэтому святые видели главное, суть. А мы настолько деградировали, что в каждом видим не хороший, не какой он хороший или какая она хорошая, а какие у него плохие качества. Имеет дар одно плохое видеть, как говорил Крылов, баснописец. А мы должны, наоборот, видеть плохое только в себе и научиться видеть хорошее в других. Вот тогда нам уже Господь откроет очень многое, и Пресвятая Богородица будет нам помогать во всех наших начинаниях. Сейчас у нас